столице прошла первая выставка на площадке Start Hub Expo. Это новый проект агентства инноваций Москвы. Двухнедельная программа, посвященная образовательной отрасли, объединила разработчиков и представителей крупного бизнеса. Первые получили возможность презентовать свои работы, а вторые – найти инновационные решения. Мы точечно приглашаем заказчиков, мы точечно с ними прорабатываем их потребности. Мы, когда выставку формируем, мы сначала спрашиваем у потребителей и заказчиков, какие технологии и решения им нужны. Под них мы ищем эти решения, поэтому, когда они приходят, здесь только вопрос выбора. Стоит 5 решений, он почти всегда там 2 выбирает, чтобы дальше общаться. В выставке образовательных технологий приняли участие более 120 стартапов. Вниманию потенциальных заказчиков представили инновационные конструкторы онлайн-курсов, развивающие и игровые платформы, профориентационные продукты, решения для обучения лиц с ограниченными возможностями и робототехнику. Робот у нас появился недавно, мы его приобрели с той целью, чтобы обучить школьников сервисной робототехнике. Через месяц у нас открывается курс, на котором ребята будут учиться управлять данным роботом и, возможно, будут его администрировать на ближайших местах, где расположен промобот. Этот тренажер разработан для мотивации подрастающего поколения занятием спортом. Он может использоваться как в домашних условиях, с использованием гарнитур виртуальной реальности, и также может быть использован в образовательных целях. Это спортивные клубы, федерации фехтования. Выставку посетили свыше 300 человек, в том числе более 60 потенциальных заказчиков. В итоге между ними и стартапами было заключено порядка 30 соглашений о сотрудничестве. А это свидетельствует о достижении главной цели Start Hub Expo – помочь разработчикам найти покупателей. Помогает это очень сильно нашим представителям, кто приехал на выставку, потому что они слышат от первого лица те потребности, которые они хотят слышать. Этого почти нигде не происходит. Тем более у нас очень такой свободный формат. Мы не просим никого готовиться с докладами, с презентациями. Мы просто общаемся. И они просто нам рассказывают действительно свои потребности, свои боли, свои пожелания к этим решениям. До конца года агентство инноваций Москвы проведет еще 13 выставок Start Hub Expo. Каждая будет посвящена определенной отрасли – от транспорта и медицины до безопасности и ЖКХ.